Зайчик, пишу и думаю о тебе. Думаю об отпуске и как мы с тобой встретимся. На границе все тихо, но уж очень жарко. Жара такая, что все ходят не по форме. Каждый вечер я и мой пес Ронни встречаем закат. В эти моменты Ронни, наверное, мечтает о добавке к ужину. А я мечтаю о нашем будущем. Читаешь ли ты когда-нибудь эти строки? Но я твердо знаю, что это последнее мое письмо. Сейчас идет бой. Жаркий, смертельный. Я сижу в изрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая. Хочется пить. Воды нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня на коленях. Я смотрю на него, на твои голубые глаза. Мне становится легче. Ты со мной. Не хочется с тобой говорить. Много-много, откровенно, как раньше. Но не знаю, не суждено этому случиться. У тебя будут расти красивые дети. И ты будешь еще любить. А я счастлив, что ухожу с великой любовью к тебе. Очень холодно и холодно. Вообще, папка, если блокаду не порвут и к нам не забросят продукты, так очень сомнительно, что через месяц я еще буду в состоянии нацарапать тебе письмо. Никогда еще не затягивалась так туго петля. Но буду думать, что блокаду порвут, что мы все-таки переживем это время и еще встретимся. Вот уж будет о чем рассказать. Уже на дороге горят 19 машин. Нас двое. Но мы будем стоять, пока хватит духа. Мы не пропустим до подхода своих. Москва выстоит. Thank you.
Да, чуть не забыла, мамочка. Пришли мне ноты. Вальс Штрауса, весенние голоса. Ань, ты спрашиваешь, участвую ли я в этих боях, которые начались 5-го? Да, участвую. Конечно, приходится нелегко. Многих товарищей нет в живых, но мне, видимо, пока везет. Да, 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 да